Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Скончался мгновенно. Смерть известного актера потрясла Корчевникова. Народный артист Евгений Князев откровенно побеседовал с шоуменом Борисом Корчевниковым. Актер рассказал о большой потере. Евгений Князев известен широкому зрителю ролями в таких фильмах, как «Вольф Мессинг», «Девять жизней Нестора Махно» и работой в телесериале «Простые истины». В настоящее время он руководит целым курсом для Московского театра опереты. Первое образование Князев получил в Тульском политехническом институте. Получив диплом горного инженера, Евгений отправился в приемную комиссию Щукинского театрального училища и был зачислен на курс Людмилы Владимировны Ставской. Именно в училище Евгений Князев познакомился с будущей звездой кино Евгением Дворжецким. Приятели были неразлучны, вместе ходили на занятия, сменяя друг друга, работали в гардеробе театра Вахтангова, и их дружба продолжалась долгие годы. По словам Князева, весть о гибели друга застала его врасплох. Он навсегда запомнил этот день. Этот день, 1 декабря, отпечатался во мне двумя вещами – самой трагедией и моментом до трагедии. Юрский Сергей Юрьевич позвал меня в свою работу, которая называлась «Провокация». Юрский сказал: «Там будет еще одна новелла, в которой должны играть два похожих друг на друга человека. Мне кажется, что ими должны быть вы, Женя, и Женя Дворжецкий», — вспомнил артист, беседуя с ведущим шоу «Судьба человека». Через несколько минут после разговора с Юрским Князев узнал о смерти лучшего друга. По словам гостя ток-шоу, Дворжецкий всегда был поклонником быстрой езды. Князев пытался объяснить приятелю, что такое поведение на дороге может закончиться трагедией. Евгений Дворжецкий эти наставления пропускал мимо ушей. Кому суждено от чего умереть, тот от того и умрет. Напомним, заслуженный артист России Евгений Дворжецкий погиб в автокатастрофе 1 декабря 1999 года. Актер отвлекся на телефон и пропустил знак «Уступи дорогу». Его автомобиль столкнулся с грузовиком. Удар пришелся на левую часть машины, и от полученных травм Дворжецкий скончался мгновенно. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!